Всем привет на 154-м стриме. Сегодня мы продолжаем проходить игру The Talos Principle. Вот уже 9-й стрим по ней. Ну что ж, надо уже близиться куда-то к концу, но думаю, что этот стрим еще будет не последний, скорее всего. Ну, потому что все-таки там сейчас сложные пойдут звездочки и так далее. Особенно если чатик особенно не будет активным, то я вообще там буду, наверное, сидеть очень долго на них. И Кибергейм нас сразу же встречает дропами. Как я люблю этот сервис. Вообще просто обожаю. Ну ладно, вроде пока терпимое. Можно попробовать продолжить. Но уже 190 дропов. Так, насколько я помню, мы комплекс B полностью зачистили. И после этого мы еще прошли очередную локацию в комплексе C. И нам теперь нужно собрать звездочки. Так. Да, вот мы прошли шестую. И нам теперь нужно собрать звездочки в локации C. И стоп, а тут седьмой нету, что ли? Что ли? А, ну да. Вот, ну и тут нам не хватает, соответственно, куча звездочек. Мы еще в комплексе A не все собрали. Так, где у нас первая? Ага, тут мы собрали звездочку. И у второй собрали звездочку. Так, третья. Это случайно не та, где мы долго мучились с этим, заснеженная локация? Моя вера в тебя была не напрасна. Ты многое узнал и доказал свою мудрость в этих испытаниях. Конец твоего пути уже близок. Будь решительным, не бойся и не поддавайся искушению. Да, это та самая локация. О. Что же тут делать? Ладно, я думаю, пока пойду в какую-нибудь другую, где можно. Потому что тут что-то вообще совсем глухо. Подожду, пока кто-нибудь, я надеюсь, подойдет, и все-таки, может, вместе хотя бы обсудим. Я уж не говорю, просто тупо скажет, что делать. Но хотя бы просто вместе обсудим. А пока я схожу, посмотрю, какие у нас еще идут. Тут одна не собрана, может, тут более попроще. Потому что, ну, в той я уже все пересмотрел. Я не знаю, как там можно эту звездочку взять. Привет, Кощей. Так, а здесь у нас где звездочка? Так. А, я помню эту локацию. Ну, тут никаких звездочек, очевидно, нету. Ну да. А, нет, как нету? Есть, есть. Есть звезда. Вот она. Итак, что мы можем? Ну, для начала. Так. Самое очевидное. Ну, взять, например, этот кубик. А, нам нужно красную сюда провести. Стоп, 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 стоп. А каким образом? Каким образом-то? У нас же нету красного тут источника. И заборы тут высокие, так что что-то я не думаю, что можно как-то сверху провести. Хотя, с другой стороны... возможно, где-то на крышу можно поставить отражатель и откуда-нибудь провести, да? Только тут на крышу-то забраться проблематично достаточно. Так, кубик дайте мой.
Ну да, здесь же вот эта штука. Ну давайте хотя бы сверху посмотрим, там, наверное, будет видно. Берем это сюда. Так, ну теперь тут посмотрим. Ну не, на крышу мы тут не можем забраться никак. Ну, тут да, тут ничего интересного. Тут просто синий источник и все, и вот эта штука ездит. Слишком. Если бы еще один кубик, то я бы, может быть, и смог бы туда запрыгнуть. Но откуда же его взять-то? Да и к тому же, чтобы мне это дало. А, ну, в принципе, я бы, скорее всего, смог бы наверх запрыгнуть. Не, ну у меня-то нет еще одного кубика. Как бы протащить его сюда, опять же. Давайте посмотрим, что у нас снаружи. Может, сможем? Во-первых, надо найти красный источник, да? По-любому. Где-то тут он есть. Стоп. Либо деактиватор. А, вон красный источник. Либо деактиватор, который мы могли бы вынести и туда принести. Интересно. Привет, Дарк Мао. Привет, Алексей. Да, это КГ, опять дропы идут из-за КГ. Ну, в принципе, сейчас они вроде не такие сильные, ну, относительно, да, уже, блин, привыкли к этому кибергейму. Вот, и... Ну, они есть. 7% дропов. Ну что, мне опять на Twitch, что ли, переходить? Ну тут у меня даже нету кубика, я не знаю, как... Мне вряд ли тут получится куда-то залезть. Годная игруха, да. Очень классно. Спасибо, опять же, Пророку за то, что подарил ее мне на днюху. Я, ну, то есть суть в том, что я вообще ее не знал. Даже не то, чтобы там не мог купить или что-то такое, а я просто не знал, что такая есть. Вот он меня просветил. Теперь я... Доволен, что знаю о ней. Блин, нет, тут нет кубиков. Ладно, пойдем в другую локацию какую-нибудь. А мы здесь можем, в принципе, вывести, если что, красное. Ну, мало, вряд ли что-то это даст, но... Тем не менее. То есть, ну, типа, вот нам красный источник теперь тут доступен. Так, есть еще кубик. Помню эту дурацкую локацию. К дальним вратам луч провести, в смысле? Вот к этим? А смысл? А, тут, кстати... А, не, ну это...
стоп, кстати, то отсюда, возможно, можно как-то наверх забраться, потому что здесь же есть вот этот подъем. В предыдущем пазле. Не, так я же это решил, сам пазл-то решен, видишь зачеркнутый значок? Мне нужно, если, ну не знаю, может ты пропустил начало, да? Мне нужно вот, вот в этой вот штуке, вот здесь. Вот, вот это отключить. Видимо. Ну, короче, вон, видишь звездочку? Вот мне эту звездочку надо взять. Либо мне надо просто поверху как-то спуститься, либо вот это отключить. А, только зашел. Ну вот, я объясняю. А, блин, там же дурацкая эта штука ездит. Ну я это прошел. То опять же, этот пазл я тоже прошел уже сам по себе. Ну, то есть вот это вот я отключал там, да, с помощью вот этой штуки там и так далее. Но сейчас нам это отключать не нужно, потому что я вот здесь открылся проход навсегда. Я могу просто пройти. Звездочки дают дополнительные сигилы, чтобы потом открылась дополнительная локация, в которой есть еще дополнительные сигилы, которые откроют лифт в башне. Короче, я пока тут не понял. Ну так вот, а я что хотел-то? Я хотел в той локации, которая была недавно. Попробовать выбраться. Да, на самом деле без этой звездочек не попасть. И то есть суть в том, что можно вообще наверх башни не идти. И выбрать другую концовку, которая предполагается вот этим вот Элохимом, который нам голос говорит. Вот. Но как бы по сюжету я хочу выбрать другую концовку. По крайней мере, если не будет возможности выбрать и ту, ну скажем, как-то там сейв загрузить, тут же нету сейвов таких прямых, только автосейвы. Ну, то тогда. Выберу вот именно ту, которая башня. Ну, если и то, и то, то значит и то покажу. Так, что я тут куда-то прохожу? Так, я забыл, вот это что ли нам надо отключить? Да. Если честно, я забыл, что уже тут отключал. Опять же, этот пазл я прошел уже, но сейчас мне нужно именно попробовать как-то наверх, что ли, попасть. Выше, чем мне следовало бы попадать. Так, на всякий случай сброшу кубик вниз. Вон там была еще одна звездочка, но я ее взял. Так, я думаю, куда я здесь смогу запрыгнуть, куда не смогу.
Может быть он... Нет, там большое, да, расстояние. То есть если я вот на вот эту встану, то да, это большое расстояние слишком перепрыгнуть. Хотя... Да, обычные пазлы все решил уже. То сейчас я именно уже собираю звездочки. И потом, ну, когда после звездочек открываются дополнительные локации, то, ну, соответственно, и их пытаюсь пройти. Ну и попутно, если откроется лифт в башне, то, соответственно, пойду и в башню тоже. Физика немножко тут странная, конечно, бывает. Да лол. Ну вот я не хотел под себя ставить его. Стоп, а что там? Может, я туда и так пройти? Там пустота. Но звездочки, их тяжело собирать в большинстве случаев, так что, ну как бы это может занять время. То есть можно просто биться об стену, биться, и потом, может быть, дойдет, что их вообще не надо собирать. Стоп, а тут же, я забыл, тут еще один кубик есть или нет? По-моему, тут еще одного кубика нету. То есть мне нужно хоть что-нибудь сделать читерное, ну, относительно, да? То есть либо запрыгнуть на какую-то высокую стену, на которую, по идее, тут не предусматривает пазл. Или вынести какой-то предмет из этой локации, например, кубик или отражатель, или... этот... Не, вентилятор не поможет, потому что вентилятор, он меня вот только здесь вот так подкинет наверх, до забора, и все. Я смогу просто наверх без кубика забираться, и не более того. На вентиляторе физика очень своеобразная, то есть я не могу, скажем, вот так бежать, да, и чтобы он меня подкинул, и чтобы я там, например, залетел туда. То есть он меня подкинет, и у меня горизонтальная скорость, она у меня... как бы сбросится практически. То есть я просто подлечу туда, куда мне предполагалось, наверх. А не с инерцией, как бы вперед наверх. Тут такие штуки предусмотрены. Все предусмотрели разработчики. Не, ну не знаю, почему, я что-то сомневаюсь. Вот отсюда, например, вот видно, что нельзя сюда пройти, ну, на эту сторону, никак. Да, а откуда еще можно? С другой... Блин, чуть не вышло. С другой стороны, ну, тут тоже что-то не вижу. То есть, мне такое ощущение, что поверху тут не надо идти. Тут вот эти вот крыши, они не дадут пройти. Так что, может, все-таки надо тут что-то сделать. Там две кнопки. Кстати, тут еще есть еще вид от третьего лица. И с ним иногда удобнее смотреть. Две кнопки. Так. Давайте сбросим локацию.
чтобы кубик вернулся к нам. Стоп. А что если... так, сейчас продумаю. Уйди, ты меня звук раздражаешь. Так, берем эту штуку, значит, реальный чел сюда бежит. Берет кубик, бежит сюда, ставит кубик на меня, на запись, встает на запись, теперь идем вместе с ним туда, и прыгаю сюда, и тут еще подпрыгиваю, хоп-хоп. Так. Все, теперь воспроизводим. А, черт, я не нажал... Блин, я... Ой, лол, я же не нажал запись-то. Почему не обещаю пройти Dark Souls? Ну, потому что вдруг она мне не понравится. Я просто не знаю эту игру. То есть, ну, я только, ну, слышал там о ней, там, да, там, типа, всякие разговорчики, но я не сам не играл никогда и не очень представляю, как там все устроено. Насколько она интересная или неинтересная. Ну блин, а это что, платформеры что ли, или что? Блин, нельзя на него поставить кубик. Ну и фиг с ним. А, да ну что ты делаешь? Ну упоротый. Сюда. Потом сюда. Сюда и прыг, прыг, прыг. Лол. Звездочку взял, но я заперти. Но, по-моему, если я сделаю сброс, то звездочка-то у меня останется, да? Такое ощущение, что это чит какой-то. Ну, то есть, что, типа, это не так предназначено было. Ну да, звездочку взял, все. Вполне себе платформер. Ну, я же говорю, я поиграю. Я же не говорю сейчас, что мне не нравится уже игра, но я поиграю. Мы посмотрим. Так, все, тут все собрали. Так, пятое. Давайте посмотрим, что у нас в пятой собрано, не собрано. Здесь две из трех звездочки собраны. Даже три звездочки в локации. Так, а где у нас может быть эта звездочка? Так, ну здесь был, видимо, сигил. Либо там была даже звездочка.
и которую я собрал. Ну, то есть я напомню, что... А, все, я вспомнил эту локацию. Ну да, здесь точно нету. Или уже нету, или вообще и не было. Слэшер с большим количеством боли. Но я слышал, что типа люди на нем горят, но мне, например, говорили, что нифига он не сложный, типа, ну, не знаю. Другие говорят, что сложный. Ну, посмотрим. Посмотрим. А, вот тут была вроде звездочка, я ее взял. Тут что у нас? Тут кубик нигде нельзя вынести случайно. Давайте посмотрим. Можно. Можно даже попробовать отнести его в другую локацию. Горит у всех, но не все признаются. Интересно. Так, тут, кстати, вроде была звездочка. Так, если я туда упаду, то придется рестартить. Ну значит, мне туда нельзя падать, а значит, мне тут нечего делать, потому что тут я не запрыгну явно. Так, я еще пока все еще не нашел, где эта звездочка лежит. По-моему, не в этой локации, потому что я там ее не вижу. Можно пройтись по краешку, глянуть, что к чему. А, там была звездочка, я ее забрал, все. Я же говорю, до две собрал, значит, я вроде нашел уже два места, где были те две звездочки, которые я собрал. Вот, значит, осталось найти третью. И у меня есть кубик, который раньше я не вытаскивал. Этот кубик что-то может дать. А что? Зря же так сделали, чтобы можно было кубик вытащить. О, кстати, давайте напишем что-нибудь на стене. Я это все писал уже вроде. Давайте вот это напишем. Привет, пророк, почему Бог рандома?
Да ладно, прям по рандому, господи, ну чуть-чуть повезло. Так, и что тут? Ничего. Нифига. Куда меня забросило? Мощный прыжок. А, пророк, это ж ты пришел. Где тут звездочка? Хотя бы просто где она лежит? Тут их три. А где третья? Не, что я не хотел так выпрыгивать, блин. Физика, блин. Но это локация в комплексе Си. Блин, кубик не дает мне ничего сделать. Где три звездочки? А, ну да, 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 пятый. Я забыл, про что ты спрашиваешь. На, стоп, 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 стоп. На мини ездит. Вот это что ли? Нет, это. Я на мини не ездил вроде. А две другие собрал. Это опять не та. И это не та. Стоп, а где миновоз-то? Что-то я запутался. Или это было не на этой локации? Стоп, так это не в этой локации была мина, это ездящая. Это предыдущая была, вроде как. А, все, 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 да, да. Эту я взял. Для Сигила ездить на мине, это вот была, да, такая. Это опять же было не в этой, это было предыдущей вроде бы. А, нет, это вот в этой, да, было? Нет, это было, короче, предыдущая локация. Здесь у нас, смотри, звездочка была где-то... По-моему, здесь была звездочка где-то. Не помню точно. А, так это вот, да, да, это и есть вот на мине ездит, вон она мина ездит. Это вот здесь было раз, я ее взял. А вторую где-то я взял, по-моему, вот здесь где-то она. Это дурацкая локация. С таймингами. По-моему, она где-то вот здесь за забором, что ли, была, или что-то, я не помню точно. Ну, по-моему, здесь где-то брал. Да, там слева звезда. Вот там справа то, что тебе нужно, да, по этой загадке. А слева звезда. Это же еще было на прошлых стримах, когда я до сюда дошел. Я же ее сразу взял.
Здесь Сигил, видимо, был. Короче, вот. И я смог вынести кубик. Куда я его положил? Кубик. Кубик, кубик, кубик. Ты где? О. Ну, по-моему, он мне ничего не дает. Единственное то, что он может дать, это вот, да, я вот здесь мог на забор запрыгнуть. Но что-то пока это как-то не очень. Была идея, может быть, этот кубик забрать, второй еще, но, по-моему, она не очень. Ну, смотри, в принципе, я могу вот туда пройти, вон туда по забору, но вон туда... Нет, туда не могу, кстати. Тут вот это мешает. Я не могу с собой кубик сюда забрать. Стоп. Вот туда я могу запрыгнуть, кстати, на ту колонну. Но мне это ничего вроде не даст. Кубик слишком далеко, чтобы его забрать. Могу туда, наверное, перепрыгнуть, если постараться. Ну смысл, опять же, я туда и так могу зайти. Фишка в том, что я не могу никуда даже пронести этот кубик. И я даже не знаю, где находится звездочка. Ладно бы я не знал, как взять, но я не знаю, где она. Ну. Что ж поделаешь? Ладно, кубик-то вынести не проблема. Стоп, а второй случайно не могу забрать? Нет.
Это ладно, это мне ничего не дает. Посмотри. Если хочешь, посмотри. Потому что я, честно, хочу уже игру заканчивать. А, и кстати, я забыл сказать, что... возможно, точнее невозможно. Ну, короче, мне нужно будет в Москву уехать сегодня. И... поэтому я не знаю, стрим может закончиться в любой момент. Но может и закончиться по плану. То есть, я не знаю просто в точное время, когда там мне позвонит друг. Поэтому... не знаю точно во сколько. Планируется где-то после 4, то есть я уже к этому времени стрим закончу так и так, но может быть и раньше. Но где здесь попрыгать-то? Ну, я не знаю, где здесь можно попрыгать, как ты говоришь, походить. Ну, туда есть смысл идти? Не может же вот там быть, да? Меня сейчас Элохим же обратно отправит, если я туда выйду. И вон там, где дерево стоит, вот в этой вот рамочке, тоже не может быть, я думаю. Ладно, все-таки спрыгну. Понятно. Ну, надо было удовлетворить любопытство. Кибергейм опять упал. Кибергейм опять упал. Но поднялся, вроде. Ну все, короче, если так будет продолжаться и там еще неделю, там где-то или что-то вроде того, придется перейти на Good Game. Потому что, ну, нафиг мне это нужно. Хоть и задержка маленькая, но, блин, постоянно дропы какие-то, постоянно ерунда какая-то, жесть вообще. Был же нормальный сервис. Что-то, блин, все портится. Good Game испортился с задержкой. Ну, правда, у них есть оправдание, что новая технология, HLS. Но, блин, они же обещали, что даже эту новую технологию они все равно ее обкатают и... типа, задержку уменьшат. Но что-то пока еще это не свершилось. Не помню, где-то... блин, не помню. Так, тут нету. Я просто, ну, я, когда ходил, я вроде видел это место, где собрал. Да лол. Ладно. Какую-то, где по стене вроде надо ходить, одну собрал. Да, вот, вроде бы вот ее, да. То есть без каких-то предметов извне и запрыгивания извне, там можно по забору ходить. Да, вот это я собрал. А третья где? Я могу кубик пронести внутрь вот этой локации, кстати. Но зачем?
Вроде незачем. Ну потому что я вот на тот забор уже вставал, я там ходил. Но правда это поле включено, но его же можно отключить тут. Две звезды. В какой? В той? Напомню, где она? Это какая локация? Вот это что ли? Это вот это, да? Там вейтер. Блин, опять я проходить что ли? Да, блин. Печалька. Так, что там у нас надо было сделать-то? Не, что-то не так, да? Понятно, все не так. Отсюда у нас она. Я понял, значит, этот берет кубик, ставит кубик сюда, потом ждет какое-то время и ставит это сюда. Не та. Блин. Как там дамп... дампвейтер? Вот это. Ну, так и я здесь как раз таки сверху был. С помощью кубика. Время ползет, называется. А где тут? Не очень представляю.
Так, наверх я не могу запрыгнуть. Это самое начало, вход, да? А, нет, тут был сигил. Как не она? Ну, но это время, время ползет, называется, локация. Не она? Ну блин, как там выглядел этот вход? Ты можешь посмотреть? Time crawls. Ну есть, время летит. А, ну time flies, да. А dump waiter, значит, либо кухонный стол, либо подвешенный заглушен. Ну подвешенный заглушен, тут же этот, ну. Тут наша бомбочка летающая. Тут выше никак нельзя. Это что-то не та? Где бомба ездит, это не та? Ну тогда остался кухонный стол. Time waiter. Кухонный лифт, в смысле. Кухонный лифт. Так тут не было ни одной звездочки, а ты говоришь, что две должно быть. Ну ок. Ну сюда можно притащить третий кубик, если что. Я чё, она где-нибудь вон там валяется, да? За стеной? Так, что-то я забыл, как я это проходил. А, вспомнил.
Или нет? А. Ну да, как-то вот так. Так, теперь нам нужно включить тот вентилятор. А как он включается, что я забыл. Ну, ты скажи, третий кубик нужен? Третий кубик нужен или нет? Нет? Ну, тогда давай скажи. Прошел. Лол. Красную. Красную. Да, красную. Интересно. Так, у нас где-то была летающая красная. Фантомас, во-первых, привет, да, во-вторых, если просто проходить, то не, вообще не тяжело. А вот если собирать все вот эти дурацкие, блин, эти звездочки, то да, это довольно-таки тяжело. Я уже некоторые сам не смог решить, пришлось, ну, подсказки выслушивать. Звездочки тяжело собирать. А если просто пройти, вот, ну, тупо, чтобы вот, как бы, сюжет промотать, да, то не, вообще не тяжело. Ха. Так, блин. Мне что-то не хватает предметов тогда. А если я выйду отсюда через фиолетовую, сбросится же запись? Правильно. А, затупил. Чтобы не сбросилось, мне нужно ее прикрепить вот этим.
Вон она светится аж откуда. Так, сейчас кубик надо спустить. Так, мне что-то кажется, что я отсюда ее все равно не смогу достать. Посмотрим сейчас. Ага. Не тут-то было. Стой, 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 стой. Да ладно, кубик же еще один нужен по-любому. По-моему. Хотя... Нет, вот тут не собрал дурацкую звезду пророк, которую, ну... Помнишь там? Не из этой локации запитывается. Понял, да? А из какой локации запитывается? Я тебя спрашиваю напрямую. Привет, шелковый шалман. Стоп, а как не из той локации, если тут, блин, подожди, да лол, как не из той, а из какой? Тут же ее вообще не видно. Видно. Да? Видно, видно, видно. Так, ну-ка. Слишком низко, да? Она упирается, да? Печалька. Да ладно, если я на кубик поставлю, будет все норм. Чё за фигня, пророк? По-моему, если на кубик поставлю, будет вообще норм. А если левее поставить?
А, этот забор тоже непроницаемый, да? Печалька. С локацией с миной. Слишком легко. Вот там был микрёж, так микрёж, а тут вот что-то так себе. А, еще и кубик надо. Да ладно, ну. Да ну все. А, я все еще могу кубик сюда принести. Вроде. Можно допрыгнуть, да? Действительно. Все, наконец-то. Ну что, пророк? Давай-ка. Соберем-ка звездочку-то. Звездулечку-то. Ну, а здесь осталось, получается. А, ну да, седьмой я еще вообще не прошел. Нам здесь осталось вот в этой локации. И в седьмой. Давай уже любыми методами, но пройдем эту звездочку. И мы же в комплексе A еще не собрали. То есть вот здесь еще две, да? В седьмой и в этой. И в комплексе A мы еще две не собрали. И еще где-то две. Ну ты такая-то жестокая, блин, звездочка. Так, а где кубик-то? Что-то я забыл. А как там деактиватор вынести? А, все. Блин, что туплю, как нам это вынести-то? Кубик. Нам деактиватор-то нужно вынести, для этого нам нужен. Стоп, с этой стороны мы же. Блин, я забыл.
А, кубик через забор, наверное, перекинуть-то можно, да? Лол, забыл, как это вытаскивается. А, по-моему, нужно лететь на ветре, да, что-то такое. И кубик туда выкинуть, точнее. Что, Прок, не нашел, как это решается? Хотя бы намек какой-то. Не искал. Печально. Может, мы сможем все-таки кубик сюда как-то протащить? То есть, допустим, если бы я откуда-то вынес кубик, да, с другой локации. А, я смог бы его сюда перенести, смог бы. Давайте подумаем, сможем ли мы кубик откуда-то вынести. А здесь, по-моему, вообще нету кубиков на этой локации. А, нет, один есть кубик, но поможет ли нам это как-то? Сможем ли мы его вынести? Допустим, мы сможем на этот забор встать, пойти по забору. Да, есть вероятность, что мы его можем вынести. Правда, блин, опять эту локацию проходить надо. Ну, что ж поделаешь. Привет, Костабрик. Так, вот это таким образом соединим. А, не тут-то было, ща. Стой, что не так-то?
зачем я это делал? Стоп, а где у нас же кубик тут вроде был, да? А, кубик мы заняли. Понятно. По-моему, рано я это сделал, на самом деле, да? Ты нашел, что ли? И, то есть, хочешь сказать, мне здесь не нужно кубик доставать? Ну, блин, по-моему, здесь кубик можно достать, у меня такое ощущение. Блин, или нет? Фиг знает, по-моему, можно. Может, и нет. А с помощью кубика, может быть, я вот сюда смогу запрыгнуть? Блин. Долго просто, конечно, проходить эту локацию. Что, в первой комнате высоко синюю поднять? В первой комнате ты имеешь в виду вот здесь, что ли? Или чё? Так, а как я тут могу высоко синюю поднять? Вот этим вентилятором, что ли? А, три кубика. Да. Да, это долгая комната. Пять? Стоп, а где тут хоть что-то и что я могу взять? Вентилятор. А, все, вспомнил. Это же кнопочка. Если это же предметик. Так, один кубик есть. Там наверху, наверное, еще один, да? Или что там наверху? Ладно. Ага. У меня память на загадки плохая, то есть я вот сейчас как будто первый раз решаю, ну практически. Так, у нас есть два кубика. Пока ни одного отражателя нету.
Так, что-то я, видимо, немножко не понимаю. Отражатель есть. Ну и правильно, нахрен этот больше. Так, ну у нас есть уже раз, два, три кубика. И что, три будет недостаточно? Давайте проверим. А, так у нас... Стоп, а отражатель у нас же только один, да? Да, только один отражатель, так что... Ладно, надо еще кубик, короче, забрать. Один, хотя бы. А то и не один. А, лол, надо было с кубиком идти. Чё я затупил-то так? Хорошо, допустим, у нас есть один кубик. Так, этот мы пока отключим. Так, отключим, но оставим его наверху. А, хотя у нас же можно использовать... А, не, у нас даже лишнего вентилятора нету, да? Ладно, нам придется красную-то включить все-таки, походу. Потому что надо. Стоп, а как я ее включу с одним отражателем? Что-то то ли я туплю, то ли что-то... А, потому что не надо синюю включать для этого, да?
Теперь включаем синюю. А, блин. Включаем вентилятор. Стой, 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 что я сделал? Переключаем вентилятор. Что-то 5 никак не получится. Я же не могу, как бы, то есть я бы мог бы положить на кнопку вот этот вентилятор, но... А как мне тогда наверх попасть? Ну, короче, ладно. Нет, не хватает. Блин. А, ну ладно. Тут же можно вот таким образом сделать. Ну, я думал об этом, ну, пофиг. И чё, типа, можно включить, что ли? Нет, фигня какая-то. В эту. Ну я понял уже, да. Мне кажется, не хватит высоты. Что-то как-то пипец, как не хватает высоты. Да там даже 5 кубов не хватит, которых там нет. Тут есть вентилятор, есть. Но тут и так синяя есть. Смысл ее брать оттуда. Что было лишнее? Блин, 5 кубов этих лишних, ну, пипец. Ну, да пусть чатик тебя проклинает, мне это чё? Мне норм, побегал.
А, это не то. Надо еще включить его, да, вот таким образом. Привет, Брим. Включаем. Ага. Ну, допустим. Вот теперь Микри. Так, ну посмотрим, докуда ты, если она может достать. А. Пока тогда давай, пока не подсказывай здесь. Я попробую тогда уже сам хотя бы тут догадаться. Как именно их поставить? Или тут все очевидно? Но я пока сам не понял, так что давай пока я просто подумаю. У нас же здесь вторая где-то должна быть. А где вторая-то? Здесь застоит. А, ну, так это же вроде очевидно, лол. Офигеть. Ну надо же, наконец-то. Тупил? Ну... Хоть в чем-то надо не потупить-то, а то, блин, тут одна тупость на тупости была, пока эту звездочку думали. Так, а где еще один куб? А, здорово, а как туда запрыгнуть? Лёль. Или тот деревянный забор пониже будет. А, вон там, где лестница, да? И самое главное, да, то, что на самом деле, а что сложного, блин? Ну, то есть, уже 100 раз были эти звездочки, которые нужно было вести... Лучи из других локаций, а мы это даже не попытались сделать. Блин, как-то тупо, да, вообще, я даже не понимаю, почему мы не попытались провести луч из других локаций. Пытался. Как могло не получиться? Не размикро, ну хрен знает. Мне кажется, если бы ты просто сказал бы, что веди луч из другой локации, не знаю, мне кажется, я бы все сделал бы.
не знаю, почему-то не догадался. Ну, неважно, уже как бы сделал бы это неизвестно. Может быть, тоже тупил бы. Так, седьмая. Значит, вначале соберем три обычных сигила и потом звездочку. И пророк, если не сложно, найди также, где находятся звездочки в комплексе A. Ну, потом можно. Это еще пока не скоро будет. У меня сейчас на планшете устанавливается новая сборка Windows 10 Technical Preview. Сама прилетела. Интересно будет посмотреть. Я просто планшет положил для того, чтобы чатик читать с фан-стрима. Так что, кстати, если кто-то там вдруг внезапно пишет, я, к сожалению, не могу вас читать, потому что пока я читал чатик, а потом начала устанавливаться новая сборка. Аркадий, журнал 108, TXT. Команда уменьшается день ото дня. Тем не менее, горжусь ими. Сейчас архив непостижимо большой, все еще отсутствуют тысячи работ, невозможно по-настоящему закончить. Уже запущена в работу программа сортировки для помощи в каталогизировании ресурсов архива в наше отсутствие. Но, как и у всего прочего, у нее есть свои слабости. Разговаривал с Александрой. Работа над Талосом идет хорошо. Может быть, в конце концов, первым пользователем архива будет житель Земли. По оценкам, я могу работать еще около недели, может быть, дней 10. Будет ли предательством, если я уйду раньше? Invention of Borders HTML. Отрывок. Изобретение границ Фатима Нгуен. Что сегодняшние националисты и неосегрегационисты не могут понять, сказала Кваме, так это то, что в основе каждой человеческой культуры есть и всегда был синтез. Никакая цивилизация не аутентична, монолитна, чиста. Прямая противоположность – истина. Посмотрите на типичную западную цивилизацию. Их числа арабские, алфавит латинский, религия левантийская, философия греческая. Нужно ли продолжать? И каждый из этих примеров можно далее разделить. Римляне получили свой алфавит от греков, которые создали свой, украв его у финикийцев и так далее. Наши мифы и религии тоже синкретические. Обмен, повтор и адаптирование большого разнообразия элементов с учетом их потребностей. Даже язык нашего творения, сама ДНК с примесью, и определяется историей смешения не только между нациями, но и даже между разными видами человека. Задание. Обсудите данный отрывок в контексте транскультуральной теории Вольфганга Велша. Второе, короче, повреждено. apocrypha9.doc. Уриил указал своим мечом на древо жизни, растущее в самом сердце мертвого Иерусалима. Потом-то, ты посмотрел, пока не говори. Смотри, дерево еще растет, хотя город мертв. Внутри всего смертного есть семя бессмертия, ибо оно есть бессмертие, вылепленное из хаоса и пустоты. Будучи скромным человеком, не обладающим великой мудростью, я спросил: «Великий Уриил, нам не разрешено кушать с древа жизни, сколько нас тогда может быть спасено?» И Уриил велел мне протянуть руку. Он мне дал свой огненный меч, который обжег мою руку, и сказал: «Только жертвой можете освободить мир от господства греха». С молитвой на губах я пал на меч Уриила, и он пронзил мое сердце. И действительно, на моем теле появились раны Христовы, изливающие кровь на землю, но не мою. И семиглавый дракон, коронованный в черных облаках, отступил. Свет упал на землю, и Иерусалим родился вновь. Так ангелы исчезли, принеся свое послание, и я проснулся на полях нашей прекрасной земли. Так, сигильчики. Давайте, последние три красных сигила вообще в игре. А, кстати, кто-то спрашивал, типа, я решил все пазлы, все головоломки. Не, я попутал, вот эти три еще не решил. Четыре? Почему четыре? Красных-то? Красных-то не четыре.
Или 4. Раз, а, 4. А, тут вроде 3 написано. А, ладно, ладно, 4, 4, верю. Так, синий излучатель, синий отражатель. Еще отражатель, красный излучатель. Ага, запись. Ну, понятно. Или непонятно. А как я без кубика это сделаю? А, кажется, понял. Или не понял. А что нам может дать запись? ХЗ. Стоп, мне, короче, нужно красный, в обход синий включить с помощью двух отражателей. Все-таки как-то. Ну, блин, оно не хочет. Так, а синяя. Через забор же нельзя вроде как. Торможу? Ну, блин, не знаю. Я не могу понять. Не, ну мне может запись дать еще два коннектора, но надо же еще и синюю включить.
Она может мне дать два коннектора, но только когда включен красный вот этот. Значит, красный по-любому придется напрямую здесь вставлять. Ничего с этим не поделать. Ну и чё, запись может, например, включить вот так синий раз. Синий 2. Блин, а записи даже не остановить так никак. Что-то уже вот на седьмом-то сложненькие такие пошли. Ну, Варрок, ты-то прошел, тебе кажется простым. Че удивляться-то? Ты видишь, отсюда нельзя ее никак запустить. Ну, ок, значит... Мои умственные способности оставляют лучшего, видимо, в решении загадок. Соедринить? Привет, Протофан. Да что-то я просто думаю и не могу придумать. Что-то это вообще не очень. Так, мне звонок. И, скорее всего, сейчас будет стрим заканчиваться.
Ну, короче, у нас есть это минут 10, максимум 15, чтобы решить эту головоломку. И, блин, на этом стрим придется закончить. Потому что, как я уже сказал, мне надо в Москву-Сити сгонять с другом. Чё ж тут делать-то? Блин, давай пророк, короче. А то сейчас мы на этой загадке, на этой головоломке закончим. Или хотя, ладно, ну, закончим и закончим, да? Ну, говорю, через минут, короче, ну, считай, где-то в 14, давай так, в 14:15 по МСК я заканчиваю стрим, надо ехать. Даже чуть раньше, наверное, 14:10, ну, короче, сейчас уже вот скоро. Надо, короче, чтобы вот этот чел... замутил тут какую-то ерунду. Типа... Оп! Вот так. Оп! Постоял такой, короче. А настоящий чел зашел сюда. Смотрит, какая-то фигня. Ну ладно, возьму тогда один коннектор, поставлю его сюда. Он вот так соединит. А второй синий такой возьмет сюда, хоп, и все. Ну, тогда мы прям на этом закончим, потому что не хочу следующую в торопях как-то. Вот давайте послушаем вот это. Так, это сохранилось. Давайте выйдем, чтобы точно сохранилось все. Вот. Ну все. Тогда, к сожалению, на этом стрим заканчивается. Ну, в принципе, что, я и так постримил-то вроде больше 2 часов, да? Так что, считаю, вполне так сойдет за стримчик-то. Ну, вопросы, пожелания, замечания, предложения можно писать в чат. Хотя я сейчас нифига не прочитаю, наверное. Но если что, пишите в скайп. Вот. Всем спасибо, что смотрели. Всем пока.